Испанская газета АБС вызвала волну негодования, прославив в своей статье так называемую «голубую дивизию». Это подразделение добровольцев, которое воевало на стороне вермахта против Советского Союза. Авторы назвали солдат бесстрашными бойцами, которые стойко переносили беды, бросая вызов смерти. Это цитата. Особой похвалы эти храбрецы удостоились за участие в блокаде Ленинграда. В статье говорится, что якобы даже сам Сталин опасался свирепости «голубой дивизии». Но, правда, читатели с таким прочтением истории не согласились и обрушились на издание с критикой. Напомнили, что жертвами блокады Ленинграда стали сотни тысяч жителей и заметили, что германские СМИ подобные комплименты нацистам не высказывают.